Когда благоустройство совсем не благо. В нашу рубрику «Мобильный репортер» пришло новое видео. На этот раз из Баграда. Смотрим. Вот такой подъезд к моему дому. Вот, вот это сегодня мне засыпали администрация. Одну часть засыпали, сказали, что это с моей стороны засыпали. А вот эта сторона, это уже не моя. Вот мой дом. При большом дожде, как сейчас идут дожди, вся вот эта вода пойдет ко мне в ограду. В доме у меня находится инвалид-колясочник. Как мне его выкатить на дорогу и куда-то свозить, я не знаю. В Баградском сельсовете заверили, в течение ближайших дней на дорогу снова выйдет грейдер. Также именно возле этого дома планируют расчистить водоотвод, чтобы осадки не уходили к домам жителей. А я напоминаю, если у вас есть чем поделиться, интересная новость или любопытный факт, снимайте видео на мобильный телефон, обязательно комментируйте его за кадром и отправляйте к нам в редакцию. Контакты сейчас на экране.